Всем здравствуйте! Бабушка Ивана Урганта Нина Николаевна с печалью наблюдает за новостями о росте числа заболевших коронавирусом. Легендарная актриса надеется на высшие силы. Она уверена, спастись от заразы нам поможет только Бог. «Я несколько лет тяжело болею, поэтому не выхожу из дома совсем, но очень волнуюсь за людей», признается Нина Николаевна. «Вначале я думала, что коронавирус – это шутка, что такого не может быть. Но потом поняла, что все серьезно. Мне очень жалко и обидно. Только наша страна встала на ноги, и вот тебе новая напасть». Врачи отказались оперировать изнывающую от боли Нину Ургант. Нина Николаевна входит в группу риска. Легендарной артистке недавно исполнился 91 год. Но делать вакцинацию от коронавируса она пока не спешит. «Мне прививку не делали, еще не предлагали», – вздыхает Ургант. «А если предложат, я даже не знаю, как быть». Я тут вычитала, что Миша Боярский упал в обморок, когда ему сделали этот укол. С одной стороны, я не выхожу из дома совсем, поэтому надеюсь, что меня эта беда не коснется. А с другой стороны, если президент мне скажет, то могу и сделать. Мне очень жалко нашего президента Владимира Владимировича, который тратит свои силы на то, чтобы этот вирус искоренить. Он был таким растерянным, когда объявлял о коронавирусе. Нина Николаевна из-за ковида отказалась от приема гостей. Сейчас к ней приходит только сын Андрей, внук Иван с семьей и помощники по хозяйству. «Все мои помощники соблюдают правила, которые установлены в нашей стране. Вот Андрей с Ваней, когда приезжают, маски не надевают. Они как-то относятся более легко к происходящему. Ваня в Москве работает. В кадре без повязки работает, но в телецентре носит, там действует серьезное правило. Будем надеяться, что нас всех пронесет. Я каждый день молюсь, прошу Бога, чтобы он защитил всех нас. Нужно просто немного подождать. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.